В Казани растет количество преступлений, совершенных подростками. Каждое пятое – это грабежи и разбой. Такую статистику приводит в столичном УВД. Причем нередко законы не нарушают от того, что им попросту нечем заняться. Чтобы рассказать, чем грозят такие развлечения, полицейские отправились в школы города. В преддверии летних каникул ученикам напомнили о правилах поведения, особенно на улице. После 22 часов в зимнее время и 23 в летнее для несовершеннолетних действует комендантский час. Родителей тех, кто в это время окажется вне дома без сопровождения взрослых, ждет административное наказание. Жесткие меры, чтобы уберечь школьников от беды и сомнительных компаний. Подростки идут на преступление в алкогольном опьянении, то есть после распития спиртных напитков. В преступлении приняли участие 125 несовершеннолетних, и практически половина, это 44%, являются школьниками. Хочу сказать, что уже в апреле месяце в суде Кировского района принято решение в отношении двух подростков, жителей Новосавиновского и Кировского районов, о направлении их в спецкуту за совершение серии угонов и краж автомашин. Кроме этого, трем подросткам заменена условная мера наказания на реальную, то есть они изолированы от общества в колонию воспитательную города Казани.